Друзья, всем привет! Приехали мы на прогулку в лес. Маленький походик. Сегодня будет вон дядя Крот. Сейчас пойдем до озер. Дорога хорошая. Ни один квадрик тут прошел. Как видно. Ну, снег нормальный. Дойти можно. Конец? Конец дороги, что ли? А? Жарко? Снимай куртку. Ладно, пойдем дальше. Вопросики. Зашли мы в лес, прошли где-то километр. Вот здесь болото такое летом. Интересное. Вот. Квадрики ездят. Идти можно. Вот хотел показать вам, как смолу здесь раньше собирали. Сосновую. По-моему, у меня на видео это нигде нету. Такие надрезки сделали, смола стекала. Ладно, пойдем до озер. Еще порядочно пилить. Пошли. Волшебный лес елок. Когда мы из него выйдем, окажемся почти у озер. Он везде собирает смолу. Все, у нас финальный рывок перед озерами. Иван, давай, сделай красиво. Хотел красиво, получилось, как всегда. Это нормально. Последний такой у нас поворот был. Сейчас ходим к озеру. Вон, можете видеть уже пустое пространство. Снега много в этом году. Какой-то ужас. Кто-то наебнулся. Иди по дороге, куда полез. А, пердак свой хочешь холодить? Я упал. Диман надел сегодня ватники форменные. Жарко. У него горит пердак, говорит. Сейчас мы дойдем до того домика, куда летом ходили. Большое озеро. В том году я вам показывал малое озеро. Оно находится у нас вон там, туда еще. Надо идти пару километров. Пробираемся сквозь заросли можжевельника. Крот кричит где-то впереди. Домик нашел. Идем по тропинке. Погода сегодня повезло. Крот кричит, кто-то там праздновал Новый год. В принципе, в этом нет ничего удивительного. Я бы тоже здесь хотел бы Новый год праздновать. Но люди здесь дрова заготовили. Вот такой у нас тут снежный домик. Шикарный. А?
Молодцы еще. Вон, стол сделали из поддона. Сейчас зайдем, посмотрим. Дартс. Есть фонарь у тебя? Дартс. Я видел. Фонарь есть? Нет, ну там все видно. Ух ты, сделали дверь. Написано. Сохраняйся. Сохраняйся. То есть ребята подошли с умом. А, ну тут в принципе видно. Типа елочные. Игрушки стоят. Это печка. Печка. Редмонд. Вытяжка вон наверху. Скорее всего, либо трубу где-то они прячут, чтобы не спиздили. Либо что. Расскажи, Снегурочка, как дела? Где ты, милая? Где ты там была? За тобой бегала Дед Мороз. Провела немало горьких слез. Я взял с собой фасольку и тушеночку. Рускомовская тушеночка. Руском свинина. Говядины, к сожалению, не было. Но свинина тоже пойдет. Очень хорошая тушенка. Всем советую, если увидите, попробуйте. Стоит всего 85 рублей. Несмотря на это, здесь кусковое мясо. Еще Дима здесь взял плиточку. Как открывается? Не знаю я. А, вот. Так. Плиточка. На ней будем готовить мы фасольку. Взял газ, надеюсь. Тут газ идет на цанговых баллонах. Надеюсь, баллоны у нас не замерзнут. Сегодня, кстати, погода минус 7. В лесу ветра вообще нет. Когда шли по трассе там, там ветер был, конечно. А в лес зашли, ничего нет. Вон что-то Димка там орет. Устал. Плов, скоро будет плов. Тут не плов, тут на ночевку уже хватит. Вон кто-то носит на руках. Этого делать не люблю. Берем веревку. Вяжется самый затягивающийся узел. Потом мы одеваем все это дело. Это неудобно. Одеваем все это дело сюда. Таким макаром, блядь. И несем нахуй. А да, так же несем. Да нахуй, она легкая. Сам принцип просто. Если тяжелый был бы, 20 кг. А сейчас я туда лягу, будет 20 кг. Два солдата из стройбата снимать, как я заменяют экскаватор. Ты как в анекдоте про наркомана и пилочка для ногтей. Итак, внимание. Диман, что там мудрит, ёпма. Самое главное для выживальщика, что? Розжиг. Розжиг. Огниво, да? И все дела, да? Сейчас... Розжиг из магазина за 50 рублей. Наука работает хорошо. Лучше иметь маленькую бутылочку чего-то, чем полчаса пытаться разжечь, не пойми с чего. Наука, говорит, я сейчас умру. Нужно пользоваться благами человечества. Цивилизации. Не, но если только ради опыта, то я согласен. А так, если есть, то, собственно говоря, почему бы и нет? Я вообще не понимаю, зачем полчаса пытаться в зимой огнивом через труд разжечь огонь. Слушай, хватит уже. Я так сделал, честно. Я замерз, но я это костер разжег. Но оно того не стоило. Я же все-таки не выживал. Я ходил в поход. Мне главное культурно посидеть, костерчик разжечь, посидеть там. Выживальщик, ёб мать.
Поэтому. Тем более это Союз гриль. Маяковский рулит по дизайну. Жидкость для розжига написана. Привет из СССР. Если хотите бросить, не курите, идите в лес. Если хотите бросить, но не получается, курите, идите в лес. По-любому идите в лес. Так я про что говорил-то? Про благо. Тут главное что, чтобы зажигалка не надо. А потом делайте вот так вот. И все, надо иметь огниво нахуй. Спички есть что ли? Я с тобой не дойду нахуй обратно. У меня будет разрыв пупка, блять, от смеха. Вот. Дима зажег с одной попытки с огнива. Он настоящий выживальщик. А что такое огниво? Это кремень? Зомби-апокалипсис. Вот, здесь то же самое огниво. Скоро, близко. Газ стов. Итак, в таком кейсе. Цена 1250. 10 лет назад покупал. Суть в чем? Да у всех такие. Открываем. Вон туда он вставлен. Смотрим язычок. Вставляем баллон. Попал, да? Закрываем. Даем газ. О, цивилизации, пацаны. Все. Пикник называется, с тобой в дороге. Ну, для пешего похода такая хрень вообще не нужна. Слишком тяжелая и не нужна. Время 9 часов 52 минуты. Жалей газу, нахуй. Газа нихуя нет, баллон замерз, поэтому это говно, блядь, полное. Короче, чай у нас нет, не на будет. Нет, на самом деле, этот баллон у меня старый. Мы сейчас просто убираем газ, остатки. У меня есть новый баллон. Я думаю, надо добить пацаны, этот баллон. Чая не будет у нас. Будем все делать на костре. Ну так выглядит симпатично. Да. Нет, цанговые баллоны, они не работают при минусе. У меня есть при минус 20 баллон, который. Арктический? Узнай, давай ставь его. Ставь арктический. Надо это тоже добить баллон. Летом его добьешь. На велосипеде. Хочу горяченького кофе. Ладно, врубай. Горячий кофе. Вытаскивай. Сейчас будем менять. Ну, счет ТВ минус. Не, вообще-то он этот целый. Давай ставь арктический. Ну, займешь просто его согреть над подкорткой где-нибудь или возле костра. О! Во! Даже характерный звук газа пошел. Это другое дело. Это Арктика. У меня соревнования будут. Лыжня со стрельбой, поэтому не надо. Так, время 9:54. Ну, почти половину полторашки сюда налил. Вот. Сейчас посмотрим, за сколько вскипит. Потом будем пить кофе. Пневматический маньяк. С соревнованием готовлюсь. Вон мишень есть. Горит у нас костерчик. Я аптечку не брал с собой. Ребят, время 9:59. И у нас вскипел чайник. Давай выключим его. Будем пить кофе. Прикипел он там. Отлично. Давай наливай. Нет ничего лучше, чем попить кофе. Хватит, хватит. Потом кофе мало. Чем попить кофе. Зимой. Чайничек на две кружки, грубо говоря. Ну да. Так, ну основу плова у нас будет, конечно, бедрышки куриные. Вот так вот сделаю сейчас вровень. Слышишь? Ага.
Вот, плов у нас и готов. Сейчас будем хомячить. Ребята, надо отправить. Ходили мы на озеро. На телефон я там снимал, может, вставлю ролик, может, нет. Давай, Димыч, накладывай мою большую тарелку. Я моя большая ложка. Ох, мясо разварилось как. Полевая кухня приехала. Нихуя не вижу из-за пара. Что домой заберешь? Карри не хватает для желтого цвета. Маман так и говорит, останется, домой принеси, бля. Да, бля, буду я горячий рюкзак на кусок таскать. Все хорош. Все сюда куда-нибудь. Пускай чуть-чуть остывает. Ну, господа, всем приятного аппетита. Ну все, спасибо за гостеприимство. Все за собой убрали. Все очень классно, отдохнули. Ой. Такой вот домик Деда Мороза, скажем так. А почему вы и нет? Очень похож. Кстати, да. Детка как. Домик Деда Мороза. Ладно, всем пока.